Здравия, соратники! Сегодня 8 мая. В преддверии Дня Победы решили записать замечательное видео. И навеяло это видео мне вот нашим огородным зудом, где мы тут сажаем киви, виноград, делаем гармоничное пространство для двоих. Вот тут жасмин цветет, скоро розмарин зацветет и так далее. То есть мы делаем на физике и на энергетике гармоничное пространство для двоих в нашем маленьком садике. И я хочу рассказать вам способ сделать гармоничное пространство для двоих на энергетике с помощью мудры. Хороший способ узнать многое о себе, многое о партнере. Это сделать вот такую вот простейшую мудру. Вот этот такой вот вихрь, замочек. Если взять вот так руку партнера, партнерши, то сразу очень много чувствуется и понимается, как энергии взаимодействуют, не взаимодействуют, образуется вихрь и взаимопроникновение энергии, образуется ли общее поле или нет. Если сделать вот так вот и почувствовать вот эти вот костяшки, как бы продолжение, то вихрь этот, энергия распространяется вширь, горизонтально, образуя некое пространство гармоничное для двоих, или не очень гармоничное, это вот каждый почувствует сам. Ну, а если это поднять, вот так сделать портальчик, либо вот так наклонить, либо вот так соединить между собой, то получится мудра навершие, но мудра для двоих. Это довольно гармоничная мудра. Это каждый уже почувствовал на себе индивидуально уверенным. По крайней мере, те, кто смотрит канал Цельнозор, те практикуют и, в общем-то, позитивные отзывы. А теперь способ сделать руну совместно. В принципе, каждую руну можно делать совместно. Но вот эта мудра, она просто, руна мудра, она просто сделана и создана для того, чтобы делать ее вдвоем. Можно делать одной рукой, двумя руками, имеется в виду двумя или четырьмя руками в паре. Это уже игры двоих, каждый может сам это поэкспериментировать, но на самом деле единственный способ поизучать, понять, проникнуться, это самостоятельная работа. Я могу лишь показать велосипед, ну а кто куда на этом велосипеде уедет, доедет, это уже зависит от каждого лично. Так что работаем, практикуем и помним, что все только начинается. Добра, соратники, пока.